Кто может осудить эту семью? Кто может эту семью осудить? О чем вы сейчас, я не понимаю. Вот я хочу вам объяснить, что у каждого человека есть семья. У каждого человека есть семья. И эта семья сегодня живет своей семейной жизнью, называя себя аватаром, причисляя себя к роботам будущего, потому что аватар — это же робот. Это же смешно, вы же помните. Значит, можно я вам объясню? Я хочу сказать свою точку зрения. А я и веду Правда? Себя так, как я простой человек. Скажите, пожалуйста, а кто вы, извините, в данном вопросе, кто вы? Я задаю вы вопрос. Ангел? Нет, еще раз. Кто вы хотите говорить обо мне? Да. Вы хотите говорить обо мне? Вы Понтий Пилат, кто вы? Вы обо мне хотите кто поговорить? Вы можете мне сказать? Я журналист, я задаю вопрос. Вы Цезарь, кто вы? Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, да. Вы не журналист. Вы работали с Портниковым? Это мой коллега. Это ваш коллега? Он гей? Что это? Какое это имеет отношение к вообще вопросу? Я объясню. У вас в среде журналистов много геев? Подождите, Геннадий Адольфович, какое это имеет отношение к это вопросу имеет... нашего интервью о ситуации в стране? Одну минуточку. Вы опускаете вопрос одну ниже плинтуса, одну ниже пояса. Нет, я не опускаю да. вопрос ниже плинтуса. Я же одну вас минуточку. Не спрашиваю. Смотрите. Что вы сейчас такой, знаете, пушистый и белый. Вы хотите мне сказать, что вы такой, знаете, вот простой-простой человек, что вы так вот просто мне спрашиваете вопросы. А я вам тоже просто, вот как в народе. Считайте, что мы с вами сидим за столом, да. и мы с вами рассуждаем. Тогда скажите Прав мне, Портников, пожалуйста. То, что он занимается, извините, гомосексуализмом. Человек. Акценты и, сейчас, давайте, и интонация, у которой есть у Портникова, у него просто свербит в одном месте, и поэтому он так постоянно вот себя смотрите, ведет. Вы... Ну, послушайте меня, можно я объясню? Таких, как Портников, надо постоянно иметь. Можно я вам дам такой ответ? Вы же Еще меня, раз. Вы же меня. Не я хотите... не унижаю своего избирателя. Вы себя унижаете. Себя я не унижаю, это моя гражданская позиция. Я мужчина, вы поняли, да? Могу, еще раз объясняю что вам, это меняет? Объяснить вам как мою позицию да. по отношению к таким, как Портников. Чтобы такой человек, как это Портников... Это ваше право, но который... вы не имеете права диктовать другим людям. Послушайте... Скажите, а почему есть... Портников? Я видел конкретное видео. Где догола раздет Портников и занимается Еще с таким раз, же что? Мужчиной догола раздетой любовью. И скажите, пожалуйста, почему вы этому видео не даете оценку? Скажите, пожалуйста, а что вы тогда от меня хотите? Я задаю вам вопросы, а хочу я услышать вам, ответ. А я вам отвечаю, уважаемый да. Мустафа, вам надо, чтобы стать журналистом, еще не один пуд соли съесть. Геннадий Ильич, хорошо. Только смотрите. Не любите Портникова. Вот смотрите, у меня такое ощущение, что у вас там проблема какая-то. У меня? Да. Я вы уже просто, я заметьте. Просто, я вот просто, заметьте, это. Можно объяснить. Вот если бы я был Фрейдом, я бы сказал, поставил уже какой-то диагноз. Да. Пожалуйста, более конкретней. Задавайте мне вопросы. Я вам задаю конкретные вопросы, вы уходите в темы, которых я не затрагиваю. Ну, дай бог, а чтобы вас вы это они показали. Почему-то волнуют. Дай бог, чтобы вы это показали. Геннадий Ильич, вот послушайте меня. Я вам, как журналист, вы же мне доверяете? Это мы вам это покажем. Не уверен, что вам это будет в плюс, но мы это покажем. Давайте тогда переходить к вопросам.